No, no podemos unirnos. Сообщается о боевых действиях в секторе. Немедленно направиться на место. Пленных не брать. Ура! Помощь пришла! Ah!
У нас замечен противник. Направляю все свободные отряды. Подкрепление принимаю. Вот и мид. Атаку! Укрытие!
Да. Thank you.
Печально. Одного из моих капитанов пристрелили военные. Они убивают одного моего. Я убиваю одного из них. Точнее, ты убиваешь одного из них. Это нам пригодится. В доме. Уничтожь эти ЗРК и вытащи его наружу. Черт, в укрытие! Ну все, тебе конец. Обойти его. Прикройте меня! Я захожу! Пошли! Пошли! Найти его! Что, детка, нравится? Выходи, оторвыш! Граната! Против своей территории! Берегись, друг мой! У полковника есть доступ к разному крупнокалиберному оружию. О, каков безумец! Боюсь, мы только что избавили военных от проблемы. И пока мы тут болтаем, они, наверное, открывают шампанское. Черт! Перестроиться! Захожу с фланга! Мне нужна помощь в одном деликатном вопросе, Скорпион. Стейси, женщина весьма легкого поведения. Я к ней не питаю никаких теплых чувств. Но она замужем за одним из моих капитанов. Он использует ее, чтобы соблазнять высшие чины армии и красть информацию о планах правительства. И вот один из них, генерал Бугулана по прозвищу Бум-Бум. Эта тупая шлюха не согласна ни на что, кроме лимузина. Мне это неприятно, Скорпион. Но придется тебе выполнять. Теперь у тебя есть лимузин. Этот символ упадка западной цивилизации. Теперь забери эту шлюху, мисс Тесси. Благодарю за помощь в нашей борьбе.
потом на рынок схожу. Все как обычно. Сходить по магазинам, купить... Эй, красавчик, ты мой защитник? Хорошо. Надеюсь, ты пушку не забыл? В жизни не встречалась с парнем более психованным, чем Бум-Бум. Нет! Это Бум-Бум! Он нас всех убьет! Вези меня отсюда, пожалуйста! Мы его ранили! Перестроиться! Мы на месте. Он истекает кровью. Обхожу. Спасибо за поездочку, милый. Я буду по тебе скучать. О, нет! О, нет! Итак, друг мой... Одна из наших грузовых барж, Минерва, идет вверх по течению реки Раджанг, чтобы доставить груз на базу тараканов. Но путь ей преграждают шлюзы и правительственные отряды по берегам. И ты поможешь нам справиться с ними. Найди капитана Минервы Синха и предложи ему свои услуги. Конец.
сойти с корабля! Да! Прыгай и открой мне этот шлюз! Укрытие! Пошли! Пошли! Обхожу! В укрытие! Не дайте ему уйти! Не могу прицелиться. Хорошо, мой мальчик. Теперь возвращайся на Минеру и становись кормовому пулемету. Как скажешь, капитан. Мальчик мой, тебе опять придется открыть. Погоди, автоматически открылся. Вот так удался, мой мальчик, вот так. О, нет, нет, это же мини. Мини прямо по курсу. Это ловушка. Ты талантливый мальчик. Тебе придется найти лодку или машину и загнать ее на мини, чтобы их взорвать. Прикройте меня, я захожу. Ах ты, кусок навоза! Хайвена машина, шлюз открыт! Мир нет! Дальше Минерва пойдет уже без проблем! Капитан Синг выражает тебе свою искреннюю благодарность! Прощай! Ты доставил наш груз? И Минерва цела целехонько. Это прекрасно.